Вид потрясающий на мертвый город. Круто. Это как в Far Cry 3, я тоже забрался на самую высокую точку. Ну, как я считаю, на самую высокую. Так, вот дерево какое-то, видимо, здесь. Что-то тут можно было. Где травку можно? Чё? Деталь для сборки. А, надо было просто нажать. А, вот, наверное, то самое грёбаное место. There's a painting of a bloody blade on one of the monoliths. Anything else? A mask, perhaps? No, should I be looking for a mask? With the utmost diligence, Mr. Crane. This is very important. Very important. Ку маску. Не понял, что надо? Смотрите, хрон солнце. А, вот что-то. Нет, это не то, что. Что-то. На дне, наверное. Вот маска. Tilla, I found this hole with, I don't know, I guess there are offerings inside it. And there's a mask in here too. Is it red? If it's red, take it with you. Be careful with it. Yeah, it's red. Should I take anything else? There's a lot of stuff in here. No, no, that should be enough. Слушайте, now, а что, бляху, ничего не будет. Вау, куда, спокойно. Слушайте, а что если забраться на самый грёбаный верх? Мне кажется, это, конечно, невозможно, это бредовая идея, но все-таки. Так, слушайте, а если реально... Я бы забрался, честно. Так, если бы... Я бы хотел забраться... А, нельзя, почему-то. Разработчики идиоты. Я бы хотел забраться на самый грёбаный верх. Почему здесь нет костюма крыла, я не знаю. О, а здесь что, нельзя, что ли? Почему кошка не цепляется? Дебилоиды, идиоты. Бред какой-то. Может быть, грохнуться нахрен. Слушайте, а реально, может сдохнуть, потому что обычно, когда сдохнешь, то ты возвращаешься как бы к контрольной точке. Ну, то есть не к контрольной точке, а вниз куда-то спускаешься. Слушайте, а что будет, если я прыгну? Не, ну я, конечно, могу прыгнуть, но я не знаю, куда я там выплыву. Ладно, я просто забыл, честно говоря, откуда я пришел. Это правда честно. Давайте еще выше. О, да, детка. Слушайте, я вон туда хочу наверх забраться. Почему нельзя? Не, ну может и можно, но... Ну ладно. Так, что делаем? Я не помню, откуда я пришел. Я реально это говорю. А, вот отсюда. Да... Ну, жопа. Ой, не мог кошкой зацепиться, идиотина. Надо было наверх. Повышайте уровень. Ну и где я сейчас? А, ну все, назад. Так, куда? Вон туда, наверное. Скорее всего, да. Да, погнали. Фу, однако долго это гребаное занятие. Что нам сейчас предстоит сделать? Я что-то тоже забыл уже. Не, ну сюда, что ли? Давай тут куда-нибудь цепляйся. А давайте ради прикола попаркурим. Может быть... Выйдет из этого что-то интересное, давай. Ой, стоп. Да, вот сюда. Паркурим, я имею в виду без кошки. Хоба. Давай, погнал. Хоп. Отлично, бегом. Не останавливаемся ни перед чем. Давай, нет, без кошки. А хотя нет, вроде без кошки зацепился. Давай, я чуть-чуть перестановился. Ну ладно, мне простительно, наверное. Ну нет, мне кажется, тут все-таки без кошки можно как-то забраться, допрыгнуть. Но в жизни бы это было бы практически, но мне кажется, точно нереально. Ладно. Давай, прыгай, зайчик. Отлично. Угу. Прям на каменюку яйцами, давай. Все, погнал. Надеюсь, больше от этого старого пердуна ничего не надо. Погнали. Ну опять сейчас на нас нападут эти монстры красные. Кто может? Так, ну что? Трамплинус. Сейчас
По-моему, направо, мне кажется, лучше. Не, не направо, слушайте, к сожалению. Потому что направо. Не, придется сделать крюк. Но я эту дорогу вроде бы помню. А ну, сдрись. Живет там, ну, типичная ситуация на дорогах, на наших, на этих именно дорогах. Там птичек можно было бы, использовать. Блин, мне кажется, они взрываются, эти чуваки, независимо от того, на каком я расстоянии. Ну, конечно же, чем я ближе, что это было, чем я ближе подъеду, тем они, ну, больше вероятность того, что взорвутся. Ему тачку трясет. Вот, но все равно. Что происходит? Подожди, ко мне что, кто-то прицепился, что ли? Полный бак. Я использую только качественный бензин. Ну вот. А, то есть все равно эти монстры взрываются также независимо от того, проезжаю ли я совсем. Старик и море действительно на берегу моря живет. А, так вот. А если бы я к нему раньше приехал, интересно, что было. Ну да ладно. А, значит, все равно эти красные камикадзе взрываются. И без моей помощи, скажем так. Так. Это было задание по части принеси, съезди, пожалуйста, в три точки. Потом съезди, доложи мне о том, что ты там видел. Потом съезди в четвертую, самую сложную точку. Может быть, он с помощью этих трех точек догадался о чем-то. Фу, кишками с говном запомнил. О, мы уже приехали. Заморался. А вот, то есть, может быть, он с помощью этих святынь, точнее рисунков, которые мы ему, ну, о которых мы ему докладывали, вполне вероятно, он какой-то вывод сделал, я так понимаю. Или я не знаю, зачем он нас посылал. Раз бы послал на эту вершину. Да, скорее всего, он что-то осознал. Здесь, пожалуйста, остановимся. Не, поближе. Хотя ладно. Но, скорее всего, он что-то осознал такое и послал нас именно вот на эту гору. Так, отлично, старый пердун, давай. Тут еще можно использовать эту кошку. Это еще круто. Так, мы идем к тебе с маской. У вас есть неиспользованные очки навыков. Спасибо. Но мне пофиг. Открой. Это что, свет-включатель? Свет, причем на месте солнца нарисован. Так, ладно. Так, сейчас я не должен сбиться с правильного, с истинного пути. Найти этого старикана. Сейчас теперь точно налево. И теперь направо, да? О, отлично, привет. На, сатанистка, твою маску. Listen, the mother's obsessed with this prophecy. When the world is ravaged by plague, when darkness devours the earth, when men are as beasts to one another, when humanity shall be struck by corruption of both flesh and soul, then shall be revealed one man who, through an act of ultimate sacrifice, shall accept the mercy of the light. And the God of the Sun shall be revealed through him, and through him will he speak. And his voice shall be the light. Что ты за бред читаешь? Я не поверю в эту хрень. And he shall pass through the gates of death, и пройдет он вратами смерти, дабы дать миру новую жизнь. На всех сохранившихся изображений Бог Солнца или призывающий его жрец носит похожую маску. Так что, мистер Крейн, ты и правда очень мне помог. Мистер Крейн, I believe you've helped me plenty. You need anything else? Нужно что-то еще. Только время и покой. I have to write everything down. I'll let the acolytes know that you've helped. Я расскажу жрецам, что ты мне помог. I'll call you the Спасибо, мистер Крейн, я свяжусь с тобою, когда что-то там. Then. Что же, до завтра. Обещаешь? Right. Хорошо. I'll be waiting for you. Буду ждать. Верни мне маску, засранец. Так, ладно. Обезопасить мост. Чего, блин? Какой мост? Круто. Получено очко навыка. Но это не уровень вождения, это вот здесь. Которое все к хренам прокачано, хотя я даже не знаю, что тут. Кошка, вот она. Ладно.
Так. Я думаю, как выйти. Вот здесь. Заблудился опять. Блин, да что ж ты будешь делать? Вот сейчас налево, да? Пожалуйста, да, налево, детка, да, отлично, время нормально вроде бы. Где точило, куда нам надо? Нам надо вот сюда. Чепонька, давай как Марио. Погнал. Так, что ты делаешь, давай дальше. Это что, самолет? Или катер? А, это, наверное, этот электрогенератор. Выход из безопасной зоны. Все, погнали. Ой, занервничали. Зомбарита наши. Ох, занервничали. Какие шалунишки. Так, погнал. Отрываться. По полной. Куда нам надо? Блин, как ближе-то тут? Слушайте, а я... Не знаю, вот на этой дороге мы сможем как-нибудь заехать? Да, наверное, сможем. Ну, не знаю, прям поедем еще. Там посмотрим, да не на скорость. Блин, я не успел, я хотел, честно говоря. Опять они услышали, мрази тупые. О, смотрите, сейчас пройдем через это поле. Хотя, ладно. Куда едем? Прямо. Видите, как быстро оторвались с помощью этого? С помощью наших нитро, с помощью турбины. Во. Вот здесь надо обезопасить мост. А что это задание? Откуда оно? Подожди, откуда это задание вообще взялось? Охренеть, сколько тут. Идиоты. Что это вообще такое? Что это? Что, издеваетесь? Вы хотите сказать? О, слушайте, классно. Что такое? Somebody killed the guard. Что там, кто-то есть? Давай, хреначим, погоди. Красавчик. Баксы, доллары. Что за грены? Чихонь. Охренеть. Слушайте, а надо, пожалуй, вот этим. А, слушайте, а если мачете? Кто это сделал? Кто в меня сейчас стрелял? О, ни хрена себе. Круто. Ой. Это что было? Да блин, не насрать. Короче, он мне только что сказал, что надо деда этого освободить. Почему вот сейчас монстры не бегут? А когда я... А когда я начну стрелять, то эти твари прибегут, быстро бегающие. Как я их называю. Так, инвентарь. Кошка, щит. Слушайте, а давайте-ка щит попробуем. Что с него будет? Давай. Круто, наверное. Берем мачету. И щит. Давай, детка. Каково, а? Каково? Ой, много вас. Что он сказал? Еще раз перемотайте и послушайте внимательно, что он сказал. Задрали, а? Давай, чпонь. Отлично. Качан ему засадили. Но мы красавцы. Точнее, я. Крутяк. Вау, полегче.
Так, что бы взять? Лук. Что нафиг происходит? А, вот он. Нормально. Что за арабы, блин? Кто-то еще стреляет? Да, кто-то еще стреляет, но кто? О, охренеть! Это оттуда. О, череп в хлам просто. Все, блин. Да блин, мне уже не нужна кошка. Слушайте, а вот какая-то штука еще. А, это эта шутиха как раз таки. Которая, помните? Так, ладно, берем задание вот это вот. Великолепное ограбление. Что это такое? Найдите убежище братьев. Да блин! Какое убежище? Вы шутите? Я думал, все. А что, сами не могут, что ли? Идиоты хреновы. Значит, в этом, наверное, вагоне. Нет. Какую зону зачистить? Я зачистил уже. Подожди. Ой, блин, значит, они где-то здесь. Найдите убежище. Так, через верха никак не пройти, да, я так понимаю? Вот здесь, наверное, нет? Да. Или нет? That's not the proper knock. Go away. It's me, fuckers. Let him in, Fatin. It's him. You are right. He can't count to three. Трах. А, ой, что не с глазами? Да пошел ты, мне дела делать надо. What the hell you guys doing in here? A secret project. Don't talk about it, Fatin. You know people like him just repeat everything they hear. But he might be useful later. Then we'll tell him when he becomes useful. Maybe we should let him stay here. Proximity to us can only raise his intelligence. Your generosity is overwhelming, but I believe you promised me something earlier. You're underestimating us, Crane. We did it remotely just a moment ago. Now this device will react to anything that's cheap. And when something's cheap... Then usually it's pretty valuable. Unless it's your neighbor's dog. Если только не соседская собака, пора браться за дело толка. Приступаем к проекту, мы будем в связи. Крейн, береги себя. Я ничего не понял, что они хотят нам мне сделать. Я небольшой опыт нам дали. Говорите с братьями. Да и все, поговорил я же. Чё? Подожди. Чё за звук? Не понял. Чё-то найти, что ли, надо? Хрен знает. Чё-то они мне сказали про чип какой-то, видимо. И безопасная зона, как вы видите. То есть, я так понимаю, здесь есть ультрафиолетовые грёбаные лампы. И это, с одной стороны, очень круто. Задание мы выполнили. Хоть игра подходит к концу, сколько там процентов, я не знаю, как узнать. 87%. Сейчас я выполню еще вот это задание компании. И у нас будет еще, мне кажется, плюс десяточка. Что значит эти проценты, я понять не могу. Или как они там определяются? То есть, например, каждое выполненное задание это 10%, что ли? Подожди. Мы на правильном пути. Крень взрывающий. Пытаемся отъехать. Да, вроде бы получилось. Нитро хорошая штучка. Да. Но ведь все хорошее заканчивается. И начинается еще лучше. Сейчас мы узнаем, с какого расстояния кошка. О, много. Нормально.
Интересно, а ее можно еще круче прокачать? Блин, ладно. Итак, вход в безопасную зону. Узнаем, что стало с этим чуваком. А, блин. Давайте посмотрим, что с ними стало. Вообще, камень похож на циклопа. Давай. Смотрите, куда-то вверх надо подниматься. А, ну да, правильно. Ну все, ему звездец, я уверен в этом. Задание называется «Дурацкая сумма». Сделанное мной, как бы, все не кончилось куда лучше, может, матери в поисках, чем любое исследование, которое я мог смыслить, не видели меня как... Для меня же эти люди вскоре стали просто... Блин, ну, можно было, конечно, почитать. Тут никого нет. Может, хватит? Хватит уже читать. С такой медленной интонацией и с таким диким, и с таким большим количеством текстом относительно этой интонации, понимаете ли. Мы будем долго слушать его речь. Фу, блин, там на улице салют стреляет, я же обделался. Фу, не надо так пугать меня. Так. Куда? Прямиком в ад, что ли? Где он, я вообще не понимаю. Он же сатанист, точно. Видите, под землю показывает куда-то. А, подожди, надо еще ниже вот сюда. Да, давай, детка, спускайся. Сейчас спускайся, там куча тёлок, девки какие-нибудь там просто. Дикий трэш. Вот он. Смотри, что он с собой сделал. Он плеванул чем-то красным. Заиграла грустная музыка. Как там Атила Крейн? Он перерезал себе горло, нацепил эту маску и покончил с собой. Маску? Какую маску? Старую красную маску, которую нашел в храме солнца. Черт, старый Дуня обманул тебя, Крейн. Что? Как? Заставил искать ту маску. Мы знали о ней. И не она была ему нужна, Крейн. Атил умирал. Чего? А, похоже, он решил, что если нацепить эту маску и превратить себе горло, что бог солнца явится и вселится в его тело. Но почему? Чего ему это? Не пройдет он врата смерти, дабы дать миру новую жизнь. Атил решил, что речь идет о самоубийстве, решение стоило ему жизни. Какая разница, он все равно бы умер нахрен. Нам нужно забрать маску и найти книгу. Давай маску бери. 39 урона или нет? Что делать-то? Возьмите какую-то книгу. Вы в безопасной зоне. Может быть, затушить тут все свечи? Хотя тут совсем... Блин, стрёмный дом. Я, конечно, понимаю, почему-то мы в безопасной зоне, но почему? Этого я не понимаю. Неужели через нижний тоннель не могут пройти зомбари? Ну, скорее всего, не могут. Вот книга. Так, как выйти? Ладно, наверное, стоит, наверное, там немножечко прерваться. Пойду девок найму, пожалуй. Ладно, всем пока.